Сегодня скрывается от прессы бывшая личная медсестра Муаммара Каддафи Оксана Балинская. Простая украинская девчонка. Как она смогла попасть в приближенный круг ливийского лидера? Вот что она рассказывает. Это не было вот такое агентство, вот именно что, как бы Каддафи, где набирались медсестры. Угу. Это было просто обычное агентство, как и едут все медсестры. Угу. Ну, просто как бы уже в это агентство, уже когда был Муаммар Каддафи, угу, с визитом, угу, еще Ющенко тогда был президентом, был с визитом в Украину. Угу. И вот так, тогда как раз тоже позвонили мне, что вот завтра будет Муаммар, сам Каддафи. А то время я его тоже не знала еще. Ну, понятно. Честно говоря, не знала. Ну, я даже не слышала. Как бы не то, что не знала. Ну, приезжай. Как бы молоденькая, тогда мне было только 22. Действительно, мы только вот поздоровались вот за руку, конечно, на арабском. Салям алейкум. И все. И вот поэтому как-то он определял. Я не знаю, то есть на ощупь ладони, то есть я не знаю, по глазам, почему он выбирал, до сих пор не могу сказать. Тогда была с ним Галина Колотницкая в этой командировке. А, вот и это Галя. И она, ага, переводила. Ага. Да. Это как раз вот это? Вот это как раз. Это был отбор. 6 человек, да. Вот это было в Киеве, в резиденции. В основном были как бы работа, командировки. Дома мы были меньше, чем, как бы, скажем так, больше на работе. Ну, вот из самых интересных стран, вот что ты посещала? Самых интересных? Ну, самых интересных это и есть. Вот это была командировка одна, вот три страны сразу. Ага. Венесуэла, Португалия и Нью-Йорк. Угу. Вот замечательная страна, конечно, Португалия мне очень понравилась. Вот даже для жизни вот такая страна, да, была, я бы там жила даже. Вот какой мир, если вот анализировать вот эти два года, ты открыла для себя? Известные там бренды, уже там типа парфюм уже ты покупаешь там не за 200 гривен где-то, угу, а уже, конечно, покупаешь оригинал. Я думаю, что на все немножко как бы поменялось, да, взгляд. Даже те же цены. Нигде таких не было цен на бензин, да, на хлеб. На вот на питание вообще. Нигде, наверное, в мире таких цен не было, как в Ливии, конечно. Копейки вообще, копейки. Вот именно питание это вообще копейки. Те же сигареты, да, пол евро. Пачка сигарет вообще как бы вот взять, вот все составить, то, конечно, жилось намного легче. На мой вопрос, почему именно ее выбрал Муаммар Каддафи, Оксана говорит, что он отличный психолог. И уже после первого рукопожатия она поняла, что будет отобрана в его приближенный круг. Безусловно, во время нашей встречи разговор зашел и про известную Галину Колотницкую, которую называют самой приближенной женщиной Муаммара Каддафи. Именно она была в Киеве, когда происходил отбор новых медсестер. Сайт Wikileaks говорит, что ее мнение было самым решающим в жизни Муаммара Каддафи. Вот как Оксана комментирует эти слухи. Галя обычная медсестра, конечно, очень добрый вот такой человек, Галина, мягкий такой, угу, позитивный, можно сказать. Но она всего лишь такая же медсестра, как и все мы были. То есть это уже придумали, кто там, Wikileaks или кто там придумал, то есть это уже просто мифы. Угу. Можно сказать, как бы изгнали из страны. Не, ну она, во-первых, не может устроить личную жизнь, так она не может выйти из дома, во-вторых, терроризирует ее маму. Да. Дочку тоже, там тоже, я не знаю, там, насколько правда или нет, что она училась и там бросила эту учебу, как бы, не знаю, сколько это правда, но там уже далеко немножко зашло, но уже зачем, уже вообще так. Уже как бы действительно, что не давали шагу ступнуть человеку. Какие советы одна дала вам, когда вы начали работать там, может быть, там никогда не заговаривай или не смотри в глаза, не вот какие профессиональные, может быть, вот такие? Ну, вы знаете, Галина очень, конечно, много помогла, вот лично мне, вот как морально, можно сказать, морально, действительно, потому что как бы страна, можно сказать, тяжелая, не такая там, да, как у нас, вот приехали мы иностранки. Ну, конечно, она тоже давала советы, как лучше себя вести, поскромнее, потому что действительно, что вот даже в семью мы ходили вот, да, по работе. Мы, конечно, были, это костюм там, вот, медицинский, чтобы никакого там макияжа вот такого там развратного, ничего такого не было. Там все опрятно, все красиво, все скромно. Конечно, она тоже давала советы, чтобы было как легче и как лучше. Старалась тоже помочь. Ну, а, скажи, а откуда появилась история, что Галя родила тоже?
Нет, это просто там была ошибка, я тоже читала, как бы, это, наверное, имели все-таки меня в виду, а почему-то написали Галю. Нет, нет, потому что я тоже думала, когда и от кого она уже успела, нет, нет. Угу. То как бы просто где-то была ошибочка такая. А это кто? Это Галина. Ну, там здесь, это... конечно, боже мой, 12 часов полета, мы здесь, вот тогда вот это Венесуэла, конечно, уставшие сильно тогда были. То это так, уже такие фотографии. Это мы уже прилетели, когда в Триполи. А это его частный вот, да, Боинг? Да, да. То есть вылетали прямо да, на частном самолете? Да, вот это вот как бы мы. Полковник Каддафи, пожалуй, был одним из самых экстравагантных мировых лидеров. В его охране были только женщины. Как рассказывают, все они были девственницами, потому что девственницы лучше чувствуют смертельную опасность. А приезжая в каждую страну, он всегда требовал расставить шатер и разжечь костер в центре столиц. Правда, Оксана рассказывает, что в Нью-Йорке ему не понравилось, так как в Нью-Йорке запретили это делать, и их визит в США был всего полтора дня. Об остальных же слухах она рассказывает следующее. Он очень любил пустыню. Мы там очень долго сидели с ним. Даже бывало такое, что 2-3 месяца там сидели в пустыне. Рассказывают легенды, что эти шатры он использовал только для официальных приемов. Конечно. На самом деле он любил комфорт и жил в домах, конечно, в пятизвездочных отелях. И что конечно. Вот это... Эти шатры, как бы шатров вот это, да, только использовалось вот для работы и для приема гостей. Как бы весь день, конечно, он находился в шатре. Как бы свежий воздух, все как бы верблюды, это все было. Угу. Но как бы он там не ночевал. Никто никогда не знал, какого числа и вообще у него день рождения. Этого никогда никто не знал. То есть у них как идет? Просто год рождения, там, допустим. Ну, говорят, что просто он скостил себе, что он был старше лет на 5. Ну, я тоже такое слышала. Не могу, конечно, я подтвердить это, правда или нет, но я тоже такое слышала. Это, кстати, его плед, я вам вот клянусь. Я чувствую тепло. Оно натуральное? Да, натуральное. Натуральное. Это овчина или что-то, да, я не знаю. Какой-то верблюжачий, потому что я сразу согрелся. Ну, а вот это, в таких тапочках ходила мадам София по пляжу. Это как бы такие были у нее пляжные тапочки. Это супруга Каддафи? Да, да, мадам София. Красивая, красивые черты. Ну, то есть, конечно, не молоденькая, не 18 лет. Сколько ей там было, 54 или сколько, но красивая женщина, ухоженная, то есть красивые черты лица. А какие отношения у него с детьми? У него же немалое количество детей. Конечно, 8 или 9, да, я считаю. Ну, я думаю, что хорошие отношения. Почему? Все уже как бы замужем, как бы женатые. Я думаю, что детей он любил, потому что всегда вокруг него вот детки, как бы внуки, всегда кружились. Когда это все начиналось, только первоначально, вот Египет и Тунис, то я тогда еще смотрела телевизор, я еще и говорила своему папе, в Ливии такого никогда не будет, потому что никто не пойдет как бы на Каддафи, никто не поднимет руку. И буквально через 2 недели я только улетела, вот 7, по-моему, февраля туда улетела, и 15 или 16, вот там это все началось, февраля. И как мы вот сейчас видим, к чему привело. Шокирующие кадры с состязанием Каддафи потрясли мировую общественность. В интернете тут же появились слухи о том, что убит не Каддафи, а его двойник. И мне кажется, что лучше Оксаны, которая за эти годы выучила тело Муаммара Каддафи как свои 5 пальцев, нельзя было не спросить, кто же убит на самом деле. Вот что она рассказывает. Мы тоже сначала, когда мы посмотрели... только в интернете мы подумали, может, двойник. Ну как? Я никогда... Просто мне в голову не могло прийти, что он вот так ждал в Сирте, сидел и ждал своей смерти, пока его убьют. А оказалось, конечно, то он. Это не мог быть. Мы тоже сразу подумали, двойник. А у него были двойники, которые выезжали вместо него куда-то? Да я не думаю. Я не думаю. Никогда не слышала, как бы, и я не думаю. Я подарила своей сестре тоже, она учится в Умане, часы с его же изображением. Именно в этот день... Без 15:12 они остановились дня. То есть это где-то вот как раз, когда его убили. Ты вот понимала, что ну вот находясь рядом с ним, ты все равно находишься в какой-то вот зоне риска. Вас могут убить или там вдруг будет какое-нибудь покушение, вас могут взорвать, не знаю, там что-то. Ну знаете, вот такие мысли, может, иногда и посещали, но никто никогда не думал, что случится какая-то беда или что-то такое плохое, потому что как бы вообще все думали, что такой папик он, да, как говорили мы, папик, такой огромный, большой, то есть всемогущий, можно сказать, что его все боятся. Просто, наверное, никто об этом не думал, как бы не задумывался. Я была с самого начала, как бы,
за Каддафи. Понятно, что я не могу против него просто, ну просто не могу ничего плохого сказать. Я, конечно, до конца, как некоторые там в Ливии поменяли позицию, которые там были за Каддафи, а потом поменялась революция, они быстро поменяли флаг, я, конечно, так делать не буду. Во-первых, я так не могу сделать. Просто нечего, мне просто плохих слов на него нету. Политологи еще долго будут спорить, как долго удерживал бы власть Муаммар Каддафи и стоило ли ему передать своим сыновьям ее. Безусловно, вопрос возник и о здоровье ливийского лидера. И вот что ответила Оксана о том, как чувствовал себя Муаммар Каддафи еще в феврале. Прекрасное здоровье, я считаю, для его возраста. Дай Бог как бы каждому такое здоровье. Как бы ничем таким он не болел, ну разве что это, и мы болеем, это нормально, там простуды, вот это ОРЗ, вот это все. А так, конечно, нет. Понятно, что мы, конечно, следили за его здоровьем, постоянно вот это набор там крови, как бы там вот это все, гемоглобин, холестерол, как бы, конечно. Как он бы... каждую неделю сдавал или каждый нет, день? Нет, это было каждый месяц, может, раз там полтора месяца, ну то есть... А он делал что-нибудь себе, нет? Нет, нет. Нет, никаких процедур, ничего? Вот только немножечко подтяжечку, вот, как бы глаз. Так, нет, он не страдал вот этим. Там видно, какая там пластика. Там видно на нем. Тело у него было, как бы, ну, как эластичное, хорошее тело. Я не скажу, что у него было дряхлое тело. Так он был ухожен тоже, постоянно педикюр, тут же маникюр это делался. Когда события вошли в угрожающую фазу, Оксана решила бежать из Ливии, тем более, что она была на пятом месяце беременности и ждала ребенка. Она решила, что должна спасти жизнь будущему мальчику, продолжателю ее рода, и уехать в Украину. Подрастает мальчик, мальчик Лука, в котором некоторые соседи и журналисты видят черты ливийского папика. Там холодно, вообще просто. Все там есть. Слушай, позируй я нормально на камеру. Да, значит, да. Нет, все нормально да. Будет. Нормально позируй. Смотри. Лука. Тася, а ну бери. А ну давай. Держи. О. Ты выследи. Ты видишь, у меня на ручках заулыбался. Да, да. Все, Андрей, тогда уже пора. Пусть говорят, спасибо, что не переключаетесь. Тема эфира сегодня настоящий полковник. Сегодня в студии мировой эксклюзив. Все медсестры ливийского лидера Муаммара Каддафи из стран бывшего Советского Союза сегодня в нашей студии рассказывают свои истории о диктаторе. Кто же такой Муаммар Каддафи? Муаммар Каддафи появился на свет весной 42-го в бедуинском шатре в Ливийской пустыне. В 69-м году в результате организованного им военного переворота пришел к власти и вплоть до 20 октября 2011-го оставался единоличным правителем Ливии. После революции Каддафи присвоили звание полковника, и он сохранил за собой это звание на всю жизнь. Дважды был женат. От второго брака с медсестрой Софией у него родилось 7 детей. 4 погибли. Сам Муаммар Каддафи был ранен и взят в плен при захвате родного города Сирта. Скончался от полученных ран. Смерть бывшего вождя стала практически национальным праздником. Тело протащили по улицам города, выставили на показ в городском супермаркете, а после похоронили в обстановке строжайшей секретности. Могила человека, который больше 40 лет вершил судьбы ливийцев, так и останется безвестной. Ну и сейчас, я думаю, у вас есть шанс задать все интересующие вопросы любимой медсестре Муаммара Каддафи Оксане Балинской. Она сегодня приехала к нам из Украины. Здравствуйте, Андрей. Очень рада тебя видеть. Скажи, что у нас теплее, чем у тебя дома. Конечно, конечно. Знаете, как бы вот очень много слов, конечно, просто нету слов. Конечно, я очень возмущена, вот знаете, как бы не, такой несправедливостью просто. Вот как бы к Муаммару Каддафи. Вот действительно, как бы просто нету слов. Ну вот в чем несправедливость? Ну, вы знаете, даже возьмем ту же смерть. Я считаю, все-таки человек, который вот, да, руководил страной 42 года, все равно как бы это время, это большое время, как бы, да, с пустыни сделал как бы город, вот такую страну построил, можно сказать, это он все сделал. И тоже как бы... А в результате все заканчивается тем, что мы видим на экране. Вот
средства массовой информации пишут, что во время налета у него был с собой золотой револьвер, и, в принципе, он бы мог не допустить того, чтобы над ним вот так издевались и застрелить себя, но он не сделал этого. Ну, вы знаете, конечно, я, можно сказать, даже горжусь, как бы я его все-таки знала 2 года, как бы проработали мы с ним, и все-таки, наверное, этот человек шел до конца, как бы все-таки погиб как бы за эту страну, да, как бы все-таки шел до конца, держался. Не убежал, как бы не струсил, можно даже так сказать. Спасибо, Оксана. Но и главный, конечно, вопрос, который я слышу здесь, и многие, я думаю, тебе задают, не ребенок ли это Муаммара Каддафи? Нет, конечно. Вы знаете, что у меня ребенок с голубыми глазами, это вы видели, конечно. Арабов, я думаю, вот ливийцев нету с голубыми глазами. Оксана, скажите, вы знали Айшу Каддафи, дочь? Ну, естественно, если были вхожи в семью, то вы знали Айшу. Вы знаете, что у французы бомбой убили ее детей, а третьего ребенка она родила в пустыне по дороге в Алжир? Вы знали его семью вообще близко? Вот этих малышей знали? Конечно. Это как бы тоже они как бы росли, да. Как вот их там... звали? Напомните, пожалуйста. Ой, боже, как их звали, я уже растерялась, конечно. Там было 5 и 8-летние, по-моему, дети были. 5 и 8 лет, я да? Я забыла, как их звали. Но пока Оксана вспоминает, можно задать ей еще вопрос? 5 бывших телохранительниц, вот про которых мы говорили, эти амазонки, обвинили полковника Каддафи в сексуальном насилии. Женщины, служившие в элитном подразделении, утверждают, что он сначала их изнасиловал, жил с ними. Потом, когда они ему надоели, он передал их для развлечения своим сыновьям. А когда наложницы наскучили, сыновья полковника передали женщинам, высшим офицерам ливийской армии. Вот было ли такое насилие? Вы знаете, я это не могу никак подтверждать, конечно. Как бы с нами как бы вся семья относилась к нам очень хорошо, как бы с уважением, как бы к иностранкам. Никаких домогательств, нет, конечно, ничего нет. Такого как бы он вот, с вами? Знаете, как я всегда говорила, тоже как бы работодатель, и вот как бы вот я медсестра, то есть сугубо просто как бы рабочие отношения. Вы считаете, в чем причина этого народного бунта, этой революции и всего того, что произошло с Муаммаром Каддафи? Ну, вы знаете, я все-таки думаю, что, конечно, нефть. Как бы страна богатая, нефти полно, как бы большие, огромные деньги. Конечно, все из-за нефти, из-за денег. Вот. Ну а почему люди взбунтовались, если, вот, судя по сообщениям, давайте покажем эту таблицу, как живут люди в Ливии, составляющие ливийской экономики, социальные составляющие. Пособие по безработице – $730 в месяц. Зарплата медсестры – $1000 в месяц. Новобрачным дарится $64 000 на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь – $20 000. Образование и медицина в стране бесплатные. Образование и стажировка за рубежом за счет государства. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. За подделку лекарств в стране – смертная казнь. Квартирная плата в стране отсутствует. Платы за электроэнергию для населения отсутствуют. Продажи и употребление спиртного запрещены, в стране сухой закон. Кредиты на покупку автомобилей и квартиры беспроцентные. Риэлторские услуги запрещены. Бензин стоит дешевле воды. Литр бензина в стране 14 центов. Но только, Андрей, только это... Только это все было. Было. Больше этого в Ливии не будет никогда. Тогда вопрос, скажите, если это все было, чем они недовольны? Юр, а вот вы, как, скажем, режиссер, как человек, может быть, тоньше чувствующий всю ситуацию, объясните мне, если действительно такие социальные пакеты, чем люди недовольны? Или они бесятся с жиру? Ну, я к этому отношусь по-другому, потому что у меня была возможность делать фильм про Каддафи, когда я снимал фильм «Чужие» в Египте, да, и были переговоры, и меня удивила легкость, с которой все это случилось, просто на мою, как бы, на идею, да, Каддафи отреагировал на это, мы вошли в какие-то переговоры, потом я уехал в Москву, получил от него эту книжечку зелененькую, вот, что не случилось. Я думаю, что вся история, которая сейчас обсуждается, она поэтому спровоцирована американцами, и обратите внимание, что когда убили Бедланна, запретили показывать, помните, американцы не стали показывать фотографии убийства, когда убили Бедланна, да, то мне кажется, сделано все специально, безусловно, для того, чтобы показать и расколоть тот самый довольно-таки плотный, как мне кажется, арабский мир. Это было сделано не ради забрать нефть, это гораздо сложнее. Это навязали и показали, как могут быть ужасны
там мусульмане. Хотя это не так. Я там много провел в северной части Африки. Это не так, как это вот мы видим, это кошмар. Вы считаете, нужно было показывать вот убитого человека? Все ходят, фотографируются с ним, он лежит в холодильнике. Нет, я считаю, не надо было. Но Каддафи, мы считаем его, мы араби и граждане Ливии в том числе. Мы считаем его, он убийца, человек, который убил более 50 тысяч человек, человек, который воровал страну. Народ никогда не любил Каддафи. Все, он был диктатор 42 года, все, только его сыновей могли управлять в страну, только они могли решать, как и что, хотя бы у них официальной должности не было. Объясните мне, вот народ так не жил, как мы сейчас слышали, что всем дают деньги, у всех... Так не жил. Вот, так не жил? Так не жил. Нет. Раньше было... Ну, ладно, что вы рассказываете, Андрей, сказки? Вот да. Я был в Ливии тоже в сентябре, я поехал в Ливию, я был в Зинтане. Когда ранили Орхана Джемаля, корреспондента и известия моего друга, я поехал вытаскивать оттуда Орхана. Вот я иду по пустыне, вдоль великолепных дорог, по которым ездят великолепные Тойоты, очень дорогие, которых в Тунисе люди о таких машинах даже не мечтали, как у вас в Ливии. Горит свет днем. Горит свет. Разве он не пробурил вам воду? Из-под Сахары не вытащил пресную воду для ливийского народа? Разве у вас не было закона, что строятся дома? Я эти дома видел своими глазами. В частности, в них приселили берберов. Где жили берберы до Каддафи? В глиняных пещерах. Где сейчас живут берберы? В шикарных двухэтажных домах. Был закон. Человек занимает, семья, свободный дом. Там везде в пустыне стоят свободные кварталы. Ночь проводит в доме. На следующий день что он? Идет, оформляет. Разве это не правда? Еще, Андрей, маленький вопрос. Вот скажите, вы говорите, довольно-таки плохо. Если вы говорите о всевозможных репрессиях и что было, ну, тяжело жить, почему народонаселение увеличилось? Ведь за правление Каддафи практически в два раза. В четыре раза увеличилось народное население. Если плохо, люди что делают? Не размножаются. Знаете, вот почему вот там как бы тоже многоженство, 2-3 жены, значит, он может содержать 2-3 жены и по 10 детей. Как у меня вот один раз был, спросил... А это официально мой, в Ливии конечно, было, да? Конечно, мой водитель был, как-то меня раз спросил, вот какая у тебя фамилия? Я говорю, ну, мама, папа, то есть сестра и я. Боже, какие вы бедные. Какие вы бедные, москина, как бы на арабском, вы знаете, что я москина. То есть могут содержать. После смерти Муаммар Каддафи оказался самым богатым человеком в мире. 200 миллиардов долларов на его счетах, дом в Лондоне за 15 миллионов, которым принадлежит сыну. То есть несмотря на то, что все вроде бы неплохо живут, у него тоже на счетах, скажем так, немало. Это реально деньги, которые принадлежали ливийскому народу. Это деньги, которые не... принадлежали ему как собственности, потому что у него были ограниченные потребности. Если провести параллель между Саудовской династией и Муаммаром Каддафи, то колоссальная разница становится вопиющей, бросается в глаза, потому что так как живут 5000 саудовских принцев, понимаете, это, так сказать, рай среди бела дня, рай в ближней жизни. Они хвастаются тем, что не делают себе мазаров, не делают себе роскошных могил, что они по-ваххабитски делают такие простые пустынные холмики. Но, извините, когда у тебя золотой унитаз в частном Боинге, то можно себе и холмик после смерти сделать. А вы считаете, кто его убил? Ливийский народ или западные политики? Я думаю, что все-таки убил его ливийский народ, повстанцы. Да, только разбомбили как раз-таки натовские и французские наемники. И еще, Андрей, буквально недавно на меня вышел представитель Сирии. И он говорит, что у них вот через несколько месяцев уже разразится война. И они на полном серьезе говорят, что мы повторяем сценарий. Это же целая целенаправленная система, по которой арабские страны таким образом разграбляют. Да? Человек до конца... защищал свой город. У него действительно были люди, которые его поддерживали. Там же больше 2000 племен. Очень тяжело было вот в пустыне построить такое. Очень тяжело было объединить людей. И то, что мы сейчас видим, это попросту люди другие продали свою страну. Они за деньги продали свою страну. Они якобы боролись там с режимом, с таким жестоким, но они же жестоко убили его. Если они боролись с жестоким режимом, они боролись за демократические ценности, так какого, извините, они труп в холодильнике выставляют в торговом центре и показывают, как его убивают истерзанно? Где демократия, где суд, если он тиран? Судите его.
Это на самом деле продажа собственной страны. Просто давайте сейчас спросите, мы прием. Масса, конечно, за него, но просто все, конечно, боялись, сидели что-то говорить, потому что всех вырезали, как бы убивали, кто был за Каддафи. Просто люди боялись. Я думаю, что была все-таки большая масса за Каддафи. Не, ну сейчас, Оксана, вы же, вот я еще раз этот вопрос задам. Ведь убита вся его семья. И ведь убита не ливийским народом, а убита Саркози, его бомбами. Даже последнее убийство Каддафи, извиняюсь, это натовская спецоперация. Не какой-то не ливийский народ. Это переодетые в арабскую одежду офицеры военной разведки французской, которые навели на конвой бомбу, которые курировали убийство. Это контрольный выстрел в голову. Это никакой не народ. Каддафи давал деньги Саркози. Он об этом сказал. Об этом сказал Сейф-уль-Ислам. Нет европейского политика, которому Каддафи не подарил бы ценного подарка. Эта преступная банда убила его, чтобы скрыть свои преступления против своих народов. Их было 5 приближенных к телу Каддафи медсестер. Все они были из стран бывшего Советского Союза. Вы познакомитесь с ними сразу после рекламы в нашей студии. Мировой эксклюзив. В эфире «Пусть говорят», тема эфира сегодня «Настоящий полковник». Действительно, чтобы ему там было легко держать землю или песок, скажем так, да? Ну, давайте. В то время как информагентства всего мира захлестывают новости из Ливии и все обсуждают смерть Муаммара Каддафи, в маленьком украинском селе диктатора поминает его личная медсестра Оксана Балинская, которая несколько лет была с ним рядом в горе и радости. Никто никогда не думал, что случится какая-то беда или что-то такое плохое, потому что как бы вообще все думали, что такой папик, он, да, как говорил мой папик, такой огромный, большой, то есть всемогущий, можно сказать, что его все боятся. После того, как все телеканалы мира показали издевательство над телом Каддафи, Оксана вот уже несколько дней не может спать. Вновь и вновь пересматривает эти шокирующие кадры и вспоминает ставшую родной Ливию и своего Муаммара. Оксана, он так и назвал Оксана. Галина, Оксана, Ирина, то есть у него так было. За нами была тоже первое время слежка, даже я видела машины, там ездила, да, телефоны, конечно, прослушивались. Но как-то так, знаете, не доходило до того, чтобы нас за это наказывали. Оксана была с полковником практически до самого конца. Лишь недавно она буквально сбежала в родную Украину. С собой девушка не взяла ничего, кроме ребенка, которого носила под сердцем. Он ребенка взял на себя. У нас идет просто Буйчич Лука без отчества. Сейчас Луке 3 месяца. И некоторые односельчане утверждают, что малыш странным образом похож на покойного Муаммара. Сегодня в нашей программе «Мировой эксклюзив». Приближенные женщины бывшего ливийского диктатора. Впервые после смерти Муаммара Каддафи девушки соберутся вместе. Теперь уже, чтобы вспомнить своего папика. Оксана, сейчас вас ждет сюрприз, потому что еще одна медсестра, приближенная к Каддафи, приехала из Украины, и я думаю, вы ее знаете. Виктория Моисеенко. Встречаем Викторию. Оксаночка, привет, дорогая. Тебя так давно не видела, рада тебя видеть. Спасибо. Ты очень спасибо. Хорошо выглядишь. Ты тоже, спасибо. Андрюша, Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, в отличие от Оксаны, не 2 года, а только 1,5 месяца выдержали. 1,5 месяца выдержали в Ливии. 1,5 недели. Полторы недели даже. Перебью. Но я хотела, здесь у Оксаны был вопрос, как зовут сыновей и внуков. Внуков, да. Их просто детей, невозможно. Их просто невозможно, да, так просто запомнить. Я вот за неделю... Разрешите, я присяду, да? Вот за неделю я... Ну, просто нужно было законспектировать, чтобы их запомнить. Их настолько много. Можно я прочитаю? Да, да? Конечно, зачитайте, конечно. Сейф-уль-Ислам – это старший сын. Саади – это второй сын и его жена Амира. И их дети Мухаммед и София. Муатасим. Ну, вот это и есть, вы знаете, Муатасим убит в Сирте. Вы знаете, он совершенно не похож на того Муатасима, которого я знала. Ганнибал и его жена Алин и дети Ганнибал и Алисар. Аиша, дочь, ее муж Хамид. Убит. Убит, да. Дети в этой семье Абдусалям
и Муаммар. Убиты тоже оба. Виктория, скажите мне, почему вы выдержали только полторы недели? Вы знаете, мне кажется, я предчувствовала это. Я не смогла. И здесь вот, в этой обстановке, мы все живые люди, медсестры. Есть медицинская ошибка. Я вот этого просто побоялась. Или все-таки действительно не были какие-то вот сексуальные домогательства, о которых здесь не хотят говорить. Вот эти женщины-амазонки, которые должны были быть рядом, и вы почувствовали опасность и решили, что лучше не искушать. Нет, я с этим не сталкивалась. Просто вот я побоялась медицинской ошибки. Я просто обычный нормальный человек. Я никогда не думала и не мечтала, вообще даже не представляла, что я когда-нибудь вообще встречусь с президентом какой-либо страны. А скажите мне, народ был доволен жизнью? Вот вы же общались с простым народом. Или тоже был такой шепот, что все захватили, дети правят, все у них, а простому народу достаются только орешки. Вы знаете, мне хочется на эту тему рассказать наш украинский анекдот. Когда два кума собрались и перечисляют, а правда, что ливийскому народу дают по 600 долларов дотации за безработицы? А правда, что у них бензин 75 копеек? А правда, там еще что-то, там, что в банках кредиты у них беспроцентные? Да, правда. Эх, кум, не ту страну бомбят. Да. Вика, Оксана, я сейчас хочу пригласить еще одну вашу коллегу, женщину, которая 15 лет проработала в Ливии. Любовь Апанасенко. Встречаем Любу. Здравствуйте, Андрей. Привет, какая красивая. Привет. Люба, я знаю, что вы даже собираетесь написать мемуары о своих годах в Ливии. Это правда? Да. Я бы хотела это сделать. Я собираюсь, у меня в сердце это есть. Действительно, я хочу это сделать. Вы встречались с братом Каддафи, были даже у него в гостях. Он жив? Да, он жив. Но это было давно. Это было лет 10 назад. И мы с другой медсестрой ездили в его дом. Ну, помогали, он был после автокатастрофы. И мы ему помогали немножечко со здоровьем. Это был, ну, удивительный, нормальный человек, простой и добрый. Мы были там не очень долгое время, но остались такие прекрасные впечатления. Давайте посмотрим, как Муаммар Каддафи играет с внуками. Внимание. Ну, вы считаете, этот человек пришел к власти, чтобы награбить после себя, после смерти оставить 200 миллиардов долларов на своих счетах или действительно помочь своему народу жить лучше? Я считаю, что он хотел помочь своему народу. И настолько я слышала, я знаю, что Каддафи мечтал сделать Ливию вторым Дубаи. За последние 2 года эта страна превратилась в рай. Такие строения появились, такие спортзалы шикарные появились в Ливии. Это просто было жить там удовольствие. Я лично в этой стране наслаждалась. Я чувствовала себя комфортно, я чувствовала себя свободно. В любое время дня и ночи я не боялась ходить там, потому что настолько уютно было в этой стране. Люди настолько дружные, настолько гостеприимные, что вы понимаете, что я даже сейчас, живя вот столько на Украине, я до сих пор не могу забыть и не могу привыкнуть. Извините, к своему народу. Скажите, тогда почему, вы говорите, гостеприимные, добрые люди совершают это с Муаммаром Каддафи, да, как пишут СМИ, убивают, насилуют черенком лопаты, да, издеваются над ним, выставляют... Что вот этот вопрос сегодня крутится вокруг этого вопроса. Да, при всем том, что это неординарная личность, которого я тоже лично знал. При всем том, что он очень много помогал и странам Африки, таким рыл колодцы, протягивал там реки для того, чтобы люди могли жить. Ливийский народ тоже прекрасно жил, да. Но при всем этом мы не должны забывать то, что политическая мысль практически была полностью исключена в жизни ливийского народа.
хотелось бы внести ясность. Сегодня Ливией правит никакой не народ, а бывшие силовики, которые вовремя перебежали на сторону врага. Вот и все. Что там? Народ. Алексей, тогда вот вы, как политолог, как вы можете, скажем так, прокомментировать, если все 40 лет счастливы, довольны, да, носят на руках и объявляют человека чуть ли не новым богом, который живет на земле, а дальше растаптывают его и в этой трубе, да, заталкивают его, насилуют и выставляют в холодильнике на показ? Вот здесь наш ливийский гость говорил о том, что Объединенные Арабские Эмираты – это пример. В Эмиратах нет никакой политической активности. Все абсолютно подавлено. Это точно такая же политическая система, как была у Каддафи. И практически во всех арабских странах, от Марокко до Иордании, нет никакой политической активности. Это все монархии или диктатуры. Поэтому уничтожают тех лидеров, которые не нравятся Западу, которые не вписываются в западную систему координат. Глава Бахрейна расстреливал своих демонстрантов в упор. Не лично он, естественно, а его силы безопасности. Погибло несколько сот человек. И что, НАТО бомбило Бахрейн? Нет, потому что Бахрейн и Катар поддержали НАТО и помогали организовывать интервенцию в Ливию. Тысячи политзаключенных. Вот, но здесь, в Саудовской Аравии в тюрьмах сидят тысячи людей. Максим, никто не трогает ваш Саудовскую Аравию. Тут важный момент. Но я все-таки считаю, что 42 года у власти – это слишком много. По поводу настоящего полковника. Мне очень нравится тема, только тут надо добавить настоящий арабский полковник. Самый настоящий диктатор. Вы знаете, я по Ливии проехал в свое время 33 тысячи километров. Записывал, всю Ливию проехал. Что меня потрясло, его ненавидели. Я им доказывал, что он хороший. Я им доказывал, что он там что-то такое строит. Они говорили, что он еще поплачет. Мы еще ему покажем. Я не мог понять. И вот в этом отношении я с Нафигулой полностью согласен. Да, там какие-то льготы, еще что-то. Оно ведь хочется и почирикать, хочется чего-то сказать. И последнее, то, о чем сегодня никто не говорил. Ливия состоит из трех частей. Это Триполитания, Киренаика и Фецан. И деньги в основном-то шли туда, в Триполи. А бенгазийцы всегда себя чувствовали обиженными. Это началось само по себе, там изнутри. А уже потом пошли французы. Посмотрим, и там все 18 прочее. Человек из 20 во временном правительстве из Бенгази. Посмотрим, как они будут править. Только вопрос, что страна вся разорвана. Они вот плохо правят. Ну вы считаете, это нормально, когда ходят, фотографируются с трупом? Я считаю, это абсолютно ненормально. И я, когда была там, никто, никогда, ни одного человека я не слышала, чтобы они сказали, что они ненавидят Каддафи. Они Андрей, преклонялись перед ним, и это действительно была правда. Те люди, которые фотографировали тело Каддафи, не мечтали и во сне видели руку ему пожать буквально за 2-3 месяца. Вот о чем идет речь. И поэтому никакими 200 миллиардами, богатых людей много, и зарабатывали, мы знаем, каким образом. Никакие другие политическая самостоятельность не может оправдать вот подобные вещи. Грустно видеть, что добровольно сегодня цивилизация сдается. Миропорядок таким образом устанавливать в мире уже нельзя. Он действительно принял смерть за свою идею. Неважно, какая это идея. Он верил в это. За свою идею смерть он принял в родной стране и в родном городе. Это дорогого стоит. Вы смотрите «Пусть говорят». Спасибо, что не переключаете. Настоящий полковник, тема эфира. Действительно, чтобы ему там было легко держать землю или песок, скажем так, да? Ну, давайте. В то время как информагентства всего мира захлестывают новости из Ливии и все обсуждают смерть Муаммара Каддафи, в маленьком украинском селе диктатора поминает его личная медсестра Оксана Балинская, которая несколько лет была с ним рядом в горе и радости. Оксана была с полковником практически до самого конца. Лишь недавно она буквально сбежала в родную Украину. С собой девушка не взяла ничего, кроме ребенка, которого носила под сердцем. Он ребенка взял на себя. У нас идет просто Буйчич Лука без отчества. Сейчас Луке 3 месяца. И некоторые односельчане утверждают, что малыш странным образом похож на покойного Муаммара. К нам присоединился экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации ФИДЕ. Он с 91 года дружил с Муаммаром Каддафи. Добрый вечер. Когда вы последний раз встречались с Муаммаром Каддафи? Добрый вечер. Как раз в последний раз я встретился на День независимости Российской Федерации, 12 июня этого года. Мы с ним встретились, попили чаю, беседовали много и даже в шахматы сыграли. Где вы встречались?
Мы встречались в резиденции. Вы знаете, что с февраля месяца была такая информационная, не просто военная, информационная блокада. И все говорили, что Каддафи... Сейчас видим эти кадры. Ага. Да, Каддафи нет уже в живых, он убит или он психически ненормальный, шизофреник, где-то в бункере сидит. Ну вот я приехал 11 июня, встретился со старшим сыном Мухаммеда, мы разговаривали. Но он сказал, что отец хотел бы встретиться, так как я привез соболезнования родным, близким по поводу потери двух внуков, внучки 4-месячной, которую разбомбили в начале июня в его родном доме. И мы встретились как раз в центре Триполи, то есть это не где-то, не в бункере, не в пустыне. Встреча была нормальная, он не прятался. Возле стадиона он на улице встретил, мы спокойно прошли на второй этаж. Я где-то под этой западной масс-медиа, когда говорили, что он раненый, я смотрел, здоровый мужчина такой, быстро поднялся на второй этаж, мы сели и там более 2 часов беседовали, потом он заметил, я смотрю в углу кабинет, это резиденция Национального олимпийского комитета, тут стоит сзади, это старший сын Мухаммед, президент Национального олимпийского комитета, президент шахмат федерации. А Каддафи посмотрел, говорит, что в шахматы давай сыграем, говорю, ну давай, и вот видите, он вот играл, то есть первое после 12... Кто выиграл? Кто выиграл партию? Ну, мы в ничью сыграли. Хотя на четвертом ходу он зевнул. Я хотел бы сказать о характере Каддафи. На четвертом ходу мы разыграли русскую партию. Он зевнул коня. И я ему возвращаю. Переходите. Он так посмотрел. Говорит, нет, говорит, обратно не будем. Потом смотрю, у него уже позиция проигрышная стоит. Я говорю, полковник, давайте на ничего. Нет, говорит, буду играть до конца. И вот он своей жизнью показал, что он бился до последней капли крови. Но вы считаете, почему он, скажем так, не убил себя сам, хотя у него был, еще раз задаю вопрос, золотой револьвер, да? Западные средства массовой информации пишут, что он был тщеславным, потому что он держал парик, который он носил, не знаю, правда это или нет, до последней секунды, пистолетом не воспользовался и вот позволил надругаться над собой и кричал, умоляю, не стреляйте, не стреляйте. Ну, понимаете, что не просто туда приехал. Он сказал харам, извиняюсь. Он его последние слова были харам алейкум, то есть проклятие на вас. Он сказал, ливийцы, вы не боитесь греха и Бога. Это были его последние слова. Никого он не просил. Он любил свой народ, и он проклял своих убийц, и к своим детям, как он считал свой народ, он обратился. Вы греха и Бога не боитесь. Никого он не просил, он умер как настоящий мужчина и настоящий солдат. Но вы считаете, Максим Шевченко ответил за вас на этот вопрос, но вы считаете, его руки обогрены кровью? Вот он все-таки, понятно, что история повторяется, что если он убивал кого-то, то в итоге вот такая смерть у него у самого. Понимаете, я приехал туда не просто поиграть как бы в шахматы, мы беседовали более 2 часов, и мы обсуждали этот вопрос, должен ли он покинуть свой пост, может ли он уехать в другую страну. Но говорит, я, говорит, не президент. Ни король, ни министр, ни депутат парламента. Я не занимаю никакой пост. Да. Я не назначаю людей, не увольняю, не сажаю в тюрьму, не расстреливаю. Вот тот случай по болгарским медсестрам, я тоже был посредником, я по просьбе руководства Болгарии как раз принимал участие, чтобы тех медсестер, которые приговорили к смертной казни, чтобы отпустили обратно в Болгарию. Так вот, смертный приговор этим медсестрам подписал тот самый руководитель Переходного национального совета Джалиль, который тогда возглавлял вот этот трибунал. А по законам ливийской джамахирии, как раз там у них местное самоуправление. То есть Каддафи никак не мог отменить это. И на протяжении 4 лет он уговаривал бенгазийские власти, чтобы этих медсестер отпустили. А вы расскажите, как он стены тюрем ломал? Ведь он же... Несколько случаев было, когда он садился за экскаватор и ломал. Вы помните, наверное, в 96-м году, когда состоялся бунт мятежников, это исламские радикалисты, боевики, те самые, которых Каддафи арестовал, посадил в тюрьму. Они сделали там мятеж, вырезали все тюремное начальство, захватили оружие. И тогда Каддафи послал спецназ, они окружили эту тюрьму, попросили их сдаться, они оказали вооруженное сопротивление, обратно отошли за стены тюрьмы, и в результате штурма все боевики были уничтожены.
Вот сейчас мы видим кадры, как рушат резиденцию. Вот отношение к женщинам Каддафи. Мы видим, какими красивыми женщинами он себя окружал. Наши гости тому подтверждение. Как он относился к женщинам и почему в его окружении действительно были только амазонки, которые его охраняли? Ну, я на более 20 лет его знаю. Даже в 2004 году, когда мы договорились провести чемпионат мира по шахматам, 128 сильнейших шахматистов из 56 стран мира, включая Соединенные Штаты Америки, Франции, Англии, были. И вот на открытие нужно было вынести эти 56 знамен этих государств. И вот когда мы сидели в палатке, обсуждали, он был почетным председателем организационного комитета, и полковник Муаммар Каддафи сказал, что вот он выделяет этот пол, который могут с флагами выйти. Ну, сейчас очень много пишут о любвеобильности Муаммара Каддафи. Ну, могу сказать, что сколько его знал, он как бы этим не страдал. Он был нормальным отцом, нормальным дедушкой. Кто не любит красивых женщин? Он был очень харизматичный, очень такой обаятельный. Писал стихи, играл в шахматы, верил в реинкарнацию души. Да. Наши ребята, вернее, девчата, ездили туда вот как танцовщицы на работу. И все почти сбегали, потому что очень было трудно. Все-таки мусульманская страна, и настроено так было население. Вы знаете, может быть, вот на высоком уровне все так красиво, как вы рассказываете. Но на самом деле вот они видели совсем вот как бы самые низы, простых совсем людей, которые были очень недовольны, были очень мрачны, и не очень приятно было вот работать даже для них. Вот такие вот были истории. Извините, Наташа, сейчас это мы проверим, так это или нет, потому что сейчас еще один эксклюзив в нашей программе. Я знаю, что между Ливией и Украиной были очень тесные связи, и Юлия Тимошенко дружила с Муаммаром Каддафи и однажды взяла с собой лучшую танцовщицу Украины к нему в качестве подарка. Потом она даже участвовала в проекте «Украина ищет таланты» и сорвала огромные аплодисменты зала. Сегодня Алла Кушнир приехала на эту программу и готова рассказать все, что осталось за кадром во время встречи с Муаммаром Каддафи. Встречаем Аллу. Здравствуйте. Я считаю, что мне повезло выступать перед лидером ливийского государства. Когда я исполняла восточный танец, я не смотрела в глаза. Я старалась, ну, это такое правило, как бы танца живота, да. Я смотрела в пол. Но я чувствовала такую большую энергетику, и после того, когда я закончила, и я уже услышала, перед кем я танцевала, на самом деле я так и не догадалась, и я была удивлена и, конечно, польщена тем, что меня так долго выдержали мой танец. Как он реагировал? Я считаю, что он реагировал хорошо, потому что я танцевала очень долго. Я думаю, что это большое достижение славянской женщины. Покорить восточный танец и правильно его преподнести. Но на самом Алексей, деле, как вы считаете, какой урок должна вынести Россия вот из ситуации в Ливии? Ну, урок нам хотят преподать, показывая труп Каддафи. Смысл такой, что вот что будет с каждым, кто противопоставит себя США и НАТО. По-моему, урок совершенно очевидный. Это тот урок, который нам хотят преподать. Да? Урок, который мы должны, мне кажется, извлечь, состоит в том, что вот эта вот череда войн, которая ведется, сначала бомбят Белград, и Милошевич странным образом погибает во время трибунала в Гаге, затем вешают Саддама Хусейна, 10 лет ведут войну в Афганистане с непонятно какой целью, там уже строится 14 американских военных баз, одна из них крупнейшая в мире, и, судя по всему, они там останутся навсегда. И затем ситуация в Ливии. Нам не надо считать, что это нас не касается. Это нас очень касается. И когда Саакашвили бомбил Цхинвал и уничтожал наших миротворцев в Цхинвале, это была тоже война, которая поддерживалась против нас. Понимаете, НАТО уже давно действует за пределами зоны своей ответственности. Сначала это Афганистан, теперь это Ливия. Где это в следующий раз будет? Может быть, в Абхазии или где-нибудь еще? Не надо считать, что труп полковника Каддафи – это последний труп в этой истории. Я предлагаю сейчас перенестись в ту ночь в пустыне, когда вы танцевали перед Каддафи. И если он смотрел на вас полтора часа, у нас есть полторы минуты, чтобы увидеть то, чему так радовался в ту ночь ливийский лидер. Вы можете нам показать?
Какой бы ни была жизнь человека, его смерть не должна превратиться в надругательство над самой сутью человека. Ну а время все расставит на свои места и определит место Муаммара Каддафи в истории. На сегодня все. Берегите себя, своих близких. Хороших вам выходных. До свидания.